Артплю Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В прошлом выпуске я спрашивал, да чей антипик вы хотите узнать. И как ни странно, большинство написали Акса. Ну, видимо, потому что сейчас актуальна битва Годни, и там довольно часто пикают Акса, я согласен. Но на самом деле, да, у Акса очень много антигероев, и очень легко законтрить Акса. Очень легко. Давайте сейчас мы рассмотрим трех героев, и потом быстренько я пробегусь по списку, расскажу про остальных героев. Ну, давайте начнем с самого простого такого варианта, не самого идеального, но неплохого. Это Хускар. В первую очередь, нам просто не нужно подходить вплотную. А, убиваем мы легко Акса за счет нашего второго скилла. То есть, к нам пришел Акс на лайн. Врубаем второй скилл и поджигаем. Акс на лайне долго не простоит, поверьте. Он рано или поздно просто в итоге убежит. Идем далее. Один из самых лучших героев против Акса это Урса. Но, смотрите, в идеале Урсой нападать на Акса, когда возле Акса мало врагов. Вы помните, да, что у Акса работает крутилка, чем больше врагов, тем больше шанс. То есть, когда, например, бью там 5, 6, 7, 8 врагов до Акса, конечно же, он будет больше крутиться, это опасно. Поэтому в идеале нападать за Урсу, когда возле Акса мало врагов или вообще никого нету. Но Урса всегда убивает Акса, всегда за счет третьего скилла пассивки. Посмотрим. Так, давайте качнем первый скиллок. То есть видите, да, накапливаются заряды, и Урса просто легко разрывает. Ну, без вариантов, просто без вариантов. Тоже поэтому Урса и убивает Рошана. О чем говорить, реально? Если Урса убивает соло Рошана, то, естественно, он может убить соло Акса. То есть, когда вы играете за Акса, прыгаете в замесы и агрите на себя Урсу, это может кончиться для вас печально. То есть, Урса один из самых лучших героев против Акса. Но в идеале нападать, когда рядом стоят малое количество врагов. То есть малое количество союзников, чтобы Акс не агрил всех подряд и не крутился очень часто. Также против Акса хорошо идет Некрофос. Давайте мы сейчас отнимем здоровье. Вот мы видим, да, фуловое здоровье 663. Давайте, опа. Опа, пошел реген, да. Теперь подходит на лайн Некрофос. Что мы видим? Реген не идет. Да, поэтому Некрофос хорошо идет против Акса. Если мы будем максить свой второй скилл, наша пассивка, да, то Акс на лайне тоже долго не простоит. Мало того, что мы там можем его бить с руки, там можем первый скилл использовать, это еще ладно. Самое главное, что даже просто наше присутствие на лайне уже Аксу не даст спокойно жить, понимаете? То есть уже, видите, я специально здесь поставил всех первого уровня, чтобы вам показать, что уже на первом уровне мы можем просто на это унижать Акса. То есть уже на первом уровне у Акса нету регена. Просто нету. Все, стоит у него реген. А когда мы прокачаем там первый скилл, потом второй скилл, это поднимем на второй уровень, на третий, на четвертый, то Акс он просто убежит с лайна. Испуганный и весь униженный. А теперь давайте сейчас мы рассмотрим по списку всех героев. Ну не всех. Конечно же я не могу перечислить всех. У нас выпуск не резиновый, но я перечислю сейчас большое количество героев, которые хорошо идут против Акса. И другие герои, которые идут хорошо против Акса. Опять же, это практически все герои. Ну, пойдемте по списку. Ну, Кунка, это понятно, да, он делает прокаст, у него есть второй скилл. То есть Акс спокойно на лайне не постоит. Так, идем дальше. Потом Тимберсав тоже, у него есть... Так, тихо. У него есть довольно хороший АОЕ прокаст, который хорошо идет против Акса. Феникс хорошо идет. Потом всякие разные башеры, типа Баратрум, Войд и тому подобное. Лайфстилер хорошо идет. У него есть лайфстил, ему в итоге будет на Акса просто класть болт. Просто класть болт. Вич-доктор тоже шикарно идет. Вот Вич-доктор, в принципе, он может убивать Акса соло, если просто все делать грамотно, да? Кидать первый скилл стан,
использовать меледик, третий скилл, да, и ультовать. Акс умирает практически гарантированно. Ну, всякие разные снайперы, это понятно, да. Если у Акса будет даггер, понятно, что он прыгнет и убьет снайпера, да. Но если снайпер начнет уже первый стрелять в Акса, то Акс снайперу вообще ничего не сделает. Снайпер сможет долбить, долбить, долбить. Также отличный вариант Bullseeker. Зачастую Акса пикают, чтобы или фармить в лесу, или наглеть на лайне. Но в любом раскладе у него будет малое количество хп. И тут нам помогает Bullseeker палить его в лесу. То же самое и с аппаратом, да? И про Некрофоса я еще забыл добавить. Про Некрофоса. Мало того, что у него пассивка, так у него еще есть и ультимейт. А что любят делать Акса? Они любят свое здоровье прям до минимума доводить. То есть наглеет там типа, о, я бессмертный, до минимума. А здесь Некрофос берет свою ульту, да, и косой так чик-чик-чик. И больше Акса нету у нас. Всякие там Лины, да, Леоны. У них есть стан, у Леона есть хекс, и у них есть ультимейт. То есть они просто могут мгновенно убивать Акса. При том, что у Акса будет большое количество хп, но все равно Лина может спокойно убивать Акса. Ну, я говорю, огромное количество героев можно пикнуть против Акса. Ну, еще, да, вспомню. Хорошо идет против Акса Дарксир. То есть Дарксир кидает щиток на крипов, и Акс, он никогда не подойдет к крипам. Все, мы теперь знаем, как контрить Акс. На самом деле это очень легко. Да, в первую очередь это легко за Урсу и Некрофоса. Это самые лучшие герои против Акса. Также Вич-Доктор может соло убивать и так далее. Пишите в комментариях имя героя, которого вы хотите увидеть в следующих выпусках. Поставь лайк! Напиши комментарий. Подпишись на канал.